Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Средиземье Тени Войны. Ну что ж, надеюсь, у нас с вами осталась последняя битва, битва в Серегости, вернуть нас в свою крепость назад. Я все подготовил, так что начинаем, поехали. Наш друг еще себя излечит, это плохо. Это очень плохо. Что такое? Ты хочешь свой форт обратно? Ха, надо было покрепче его держать. Добро пожаловать в дом боли. Среди этих стен вам не найти ни победы, ни даже славной битвы. Все, что вы найдете, это лишь боль. Пора спустить нас с цепи. Мы более чем готовы. Зачем причинять боль, когда можно перейти сразу к убийству? Об этом они даже не подумали. В атаку! Ну и, в принципе, я тоже сразу начинаю. В атаку, в атаку, в атаку, а я никого не вижу. Вообще офигительно. Еще ни одного лучника не видать, что ли? Ух ты, пес. Здоровье мне вернись, собака бешеная. Ну давай уже, захватывать будем крепость. Следующей точке. Так, осталась точка Д. А потом внутренние стены замка. Я пока не стою и очень мало захватываю. О, подоспели ребята. Главное, нет щитоносцев.
Ну чё, никто не смеливается. Окружили, но никто не хочет. Ну. Смелых нет вообще. Реально смелых нет вообще. Они все стоят. Блин, ты смотри, пес попал. Верни мне жизни. Спасибо. Ну что, будем пытаться. Противник сложный. Очень сложный. Еще и проклятое все здесь будет. Мои парни передают тебе, что этот форт принадлежит Саурону. Я согласен с ними. О, теперь не хотят, чтобы я убил тебя. Не буду заставлять их ждать. Ну давай. Эта зараза себя исцелечивает, это плохо. Ох ты, пес. Да наверх лезь, наверх лезь, наверх, 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 наверх. Так, хорошо. Главное сейчас его не оставлять здесь, чтоб он лечился. Ух ты, пес, он вылечился, блин. Он приспособился еще к атакам, блин. Офигеть.
I've still got enough breath in me to rip out your guts and shove them down your gullet. Anymore! Victory!
Yes!
Ух ты! Вот это поворот событий. Таинственный спаситель. Вот это был поворот сейчас. Ай, кошмар. Пусть все, кто противится нам, взглянут на нашу победу и осознают, мы своего никому не дадим. Мы караем всех, кто выступает против нас. И мы будем сдерживать владыку Мордора столько, сколько потребуется. Да, это было интересно. Надо сделать правителем того, кто имеет мало слабостей. Ну ладно, пусть будешь ты. Покойся с миром, открытое достижение. Десятилетиями Талион сдерживал натиск тьмы. Но кольцо темного властелина обладало собственной волей. Все кончено. Вместе мы обратимся против Средиземья. В конце концов, Талион пал и стал одним из девятерых. В последующие годы было найдено кольцо Всевластия, и в поисках его хранителя новейший из Назгулов вместе со своими братьями отправился в Шир. А затем, спустя десятилетия кровопролитных сражений, на смену тьме пришел свет. Новое братство и неожиданный герой. Наступила смерть. Смерть Саурона. Смерть его владычества. И смерть Талиона, который вышел из тьмы и обрел свободу.
not forgotten. I'll take your melodies. Нет, я еще раз, наверное, выскажу, что это перебор. По осадам это реально перебор, чтобы посмотреть финальную картинку. Хватило бы по одному разу защитить свою все крепости. Все, это был бы предел. Больше не надо было. Вот эта вот куча всего, это просто был какой-то кошмар. Вот этим вот лично для меня игра испорчена. Можно, мне в принципе интересно заниматься осадами, защищать их, но не для того, чтобы увидеть финальные титры. Не для этого. Я могу заниматься это в сетевом режиме. Зачем столько осад? Это просто бесячий финал. Я так, наверное, назову эту серию. Бесячий финал. Ладно, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.